Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие сестры, вот и приближается время отправления паломников в хадж. В этом году это совпадает на первую половину августа. Кто-то впервые, а кто-то, у кого есть возможность, стараются чаще посещать святые для мусульман места для совершения одного из пяти столпов ислама. И у каждой паломницы встает вопрос, а в чем же я отправлюсь в хадж? А что же я на себя одену и какую одежду мне нужно приобрести? В чем же я буду совершать хадж, это тоже важный и нужный вопрос. Тем более, учитывая климатические особенности Саудовской Аравии. Итак, лайфхак для паломницы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для начала хочу поделиться своими воспоминаниями. Совершить хадж была моя мечта. На хадж я возлагала большие надежды. Сам факт совершения хаджа для меня был очень важен. И очень важно было, чтобы этот хадж был принят. Просить прощения там у Всевышнего, делать дуа за своих родных и близких. И была у меня очень давняя мечта, такое душевное мое составляющее. У каждого человека есть что-то заветное, о чем он просит Всевышнего. Так вот, я очень много лет делала дуа, обращалась к Всевышнему и ждала ответа. И после совершения моего паломничества Всевышний Аллах дал мне то, что я просила у него много-много лет, и совершилось такое чудо. Так что, дорогие сестры, усердствуйте в своих дуа, в своих стремлениях совершить хадж. Пусть Всевышний даст вам такую возможность. Поверьте мне, я, конечно, очень волнуюсь, потому что каждый момент вспоминания хаджа, он не обходится без волнений. И поверьте мне, как уже совершивший хадж, это будет ваше самое лучшее путешествие, так как вы будете гостями Всевышнего на благословенных землях. Ну так вот, собираясь в хадж, в мой первый хадж, это был в те годы, вот поверьте мне на слово, вообще сложно было что-либо, даже мусульманскую одежду купить, не говоря уже о специальных комплектах одежды для паломничества. Итак, я бегала, искала ткань, чтобы она была удобной, практичной, легкой, дышащей. Искала портниху, отдавала в шитье. Представляете, сколько этапов пришлось пройти от покупки ткани до примерок и конечного результата. Но теперь все это кануло в лета. Муслима Микс, производство мгновенных хиджабов, решила все для нас прекрасным образом. Кто смотрит мои выпуски, мог в предыдущем выпуске увидеть красивые мгновенные хиджабы. Но и теперь мастерицы Муслима Микс на высоте. Они подготовили для нас, милые сестры, целые комплекты для совершения хаджа. Итак, я для начала покажу тот комплект, который я выбрала для себя. Всего их три. И то, что мне лично понравилось. Все они хороши, но вот для меня вот это просто чудо. Все упаковано очень красиво. В таких красивых пакетах. Конечно же, качество тут безупречное. Сейчас я вам покажу, из чего состоит этот комплект. То есть, купив этот комплект, это будет одежда для вас, сколько бы раз вы не ездили на умру, на хадж, то есть вы взяли этот один комплект и все, и на все времена. Вот столько всего здесь находится. Начну, пожалуй, с нижней части, до основного платья. Вот такое платье, так скажу, знаете, подплатник из тонкого-тонкого хлопка, просто нежнейшего. Его можно одеть под платье, либо на ваш выбор, либо вы одеваете, то есть я одеваю в данном случае, подъюбник. Очень легкий, из такой же тонкого хлопка, просто нежнейшего, на таких вот завязочках. Теперь само платье, оно просто очаровательно. Я что-то, знаете, даже посмотрела на него, ударилась в средневековые века, как принцессы одевались. Представляете, какое красивое платье.
Оно нежное, белое, легкое. То есть для климата Саудовской Аравии это будет как раз, поверьте мне, тем более в августе, в летний период, там еще жарче. Вот так оно смотрится красиво. И к этому же комплекту идет головной убор. Вот это нижняя химара. Хотя ее можно отдельно, просто самостоятельно одеть отдельно эту химару. Либо в сочетании вот с таким вот шифоновым покрытием головным. И вот такой вот головной убор, большая химара. Она из тонкого итальянского мультишифона. Я заказала трехслойный. И она очень красиво смотрится в деле. Помимо этого, в ней очень легко и не жарко. И теперь я готова показать его на себе. Лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк, ля шарика лака лаббайк, инна л-хамда ван-ни'мата лака валь-мульк, ля шарика лак. Комплекты представлены в белом и в черном цвете. Ткань просто шикарная. Комплект одевается просто вот в один миг. Состоит этот комплект из двух частей. Юбка. Юбка идет на завязках. Подъюбник уже пристрочен с внутренней стороны, то есть низ одевать уже ничего не надо. Вот эта завязка, она позволяет быть варианту оверсайз, то есть на любой размер практически можете без всяких примерок купить этот костюм и отправиться в хадж. Вот такая юбка с вшитым подъюбником. И вот такая длинная химара, которая одевается на голову и задними завязками. И вот такая вот красивая оборочка по краям. Следующий комплект черный, практически то же самое, но он состоит из трех вещей. Тоже оверсайз, юбка на завязке. Здесь не подшит подъюбник, здесь он идет отдельно из тонкого-тонкого трикотажа. Я так вот посмотрела, думаю, так в обычные дни его можно использовать как юбку, потому что шито очень-очень даже хорошо, и ткань очень качественная. И химара также сверху одевается. Кто-то любит черный цвет, не марки, удобно, практично. И завязки назад. Также идет очень красивая оборочка по краю. Вот такие комплекты у меня. Ну что ж, я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хотя услышать тоже надо, особенно важную информацию. Все ссылки и контакты у производителя Muslima Mix вы найдете под видео в инфобоксе. Все контакты можете связаться и заказать свой комплект для паломничества. И я рекомендую вам поторопитесь, так как хадж не за горами.
На этом, дорогие сестры, у меня все. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. И я желаю каждой мусульманке хотя бы раз в жизни совершить хадж. Я буду делать дуа за вас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие интересные видео. А я с вами на этом прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.